Анна Хилькевич в августе во второй раз станет мамой. Российская актриса не прекращает работу и продолжает вести здоровый образ жизни, несмотря на беременность. Рожать ребенка Хилькевич намерена в подмосковной клинике Лапино, где у нее в 2015 году родилась дочь Ариана, пишет Стархит. В окружении Хилькевич заявили, что актрисе понравились обслуживание в клинике и доброжелательность врачей. В больнице круглосуточно работает охрана. Мать с ребенком получают телевизор и колыбельку. Хилькевич может воспользоваться услугой «Все включено» стоимостью 1 миллион рублей. В пакет входит наблюдение за пациенткой и ее консультирование, пятиразовое сбалансированное питание. В Лапино ранее проходили роды Анастасии Костенко, Полины Дебровой и Альбины Джанабаевой.